знаменитому на весь мир танцору диско, исполнилось 70 лет. Незаметно, а ведь на его заводных танцах выросло не одно поколение. В 80-х это был один из самых востребованных индийских актеров, а сегодня в числе самых влиятельных и богатых в Индии. Как сложилась его личная жизнь? Что известно о ребенке, которого Митхун Чакраборти когда-то нашел на помойке? Митхун Чакраборти родился в многодетной семье, но братьев у него так и не появилось. Вместо этого три любимых сестры, одна из которых сознательно выбрала путь отшельницы, живет в храме. В школьные годы будущий актер попал в плохую компанию и пополнил ряды экстремистов. Во время одного из митингов Митхун был арестован. Если бы не связи отца, парень мог на несколько лет загреметь в тюрьму. Возможно, именно тогда свободолюбивый Митхун сменил свои жизненные приоритеты и стал на путь исправления. В киноинститут Митхун поступил только благодаря внешнему обаянию и внутренней харизме. Конечно, ему также пригодились танцы, задор и врожденный актерский талант. Кстати, студент стал лучшим на потоке, окончил институт с отличием. Сниматься в кино начал еще в студенчестве, а прославился после премьеры «Королевской охоты». Многие фильмы в его послужном списке стали мировыми шедеврами. В 90-х Митхун признан одним из самых богатых и влиятельных людей Индии. Помимо актерской карьеры, артист открыл сеть престижных отелей «Монарх». Купил себе спортивные команды по крикету и футболу. Долгие годы возглавлял союз кинематографистов, всегда занимался благотворительностью. Митхун снимался в кино вплоть до 2017 года. Сегодня в съемках уже не участвует. Первый брак с красоткой Хеленой Люк оказался быстротечным. Молодые супруги осознали, что поспешили со свадьбой и расстались на дружеской ноте. Молодой семье не хватало денег, вот и не осилили молодые и амбициозные сердца таких сложностей. А вот актриса Йоги Тибали сделала его счастливым на долгие десятилетия. Она даже актерскую карьеру оставила, чтобы заниматься домом и семьей. Женщина подарила мужу трех сыновей, двое из них пошли по стопам знаменитого отца, стали знаменитыми актерами Болливуда. Митхун – образцовый семьянин вот уже несколько десятилетий. Однако одна история все же была в его биографии. Когда-то актер увлекся молодой и перспективной певицей и актрисой Шридеви. Однако этот мимолетный роман не имел продолжения. Митхун покаялся перед женой и вернулся в семью. У Митхуна трое биологических сыновей, но воспитал он четверо детей. Дело в том, что в 90-х актер подобрал на помойке новорожденную девочку. Ребенок кричал, а прохожие попросту не обращали внимания на детский крик. Актер пожалел девочку и отнес в больницу. По приходу домой Митхун рассказал о происшествии жене, и оба решили удочерить малышку. Так в звездном семействе появилась красавица Дишани. Сегодня девушке до 25 лет. Она знает историю своего происхождения и благодарна судьбе за приемных родителей. Дишани не скрывает, что с детства они относились к ней как к принцессе, не разделяли с родными детьми и ничем не ущемляли. Сегодня она учится актерскому мастерству в Нью-Йорке и планирует стать профессиональной актрисой. По-моему, гениальный актер и очень добрый человек. Деньги его не испортили. Прекрасный пример, таких сегодня мало. Спасибо, что оставались с нами до конца. Если вам была интересна эта история, если вы любите и знаете этого актера, оставляйте свои комментарии, а также подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе еще самых интересных историй из жизни самых знаменитых людей. Всего вам доброго!